Всем привет, вы на канале Еремина Фом. Сегодня я вам хочу показать, как я сделала вот такую вот интерьерную композицию. Коробочка сделана по технике энкаустика. Можете посмотреть в предыдущем видео. Наполнена она цветами из фоамирана и вот такой вот шарик из ниток. Для того, чтобы сделать такой шар, нам необходим воздушный шар, клей ПВА, нитки и иголка. Продеваем нитку в иголку и насквозь продырявливаем наш ПВА. И затем уже наматываем на наш шарик вот такую вот ниточку с ПВА. Когда вы уже все накрутите, необходимо будет оставить сам шарик на ночь, чтобы он уже высох и чтобы он смог отклеиться от наших ниточек. Чтобы освободить наш шарик, можно взять ножницы и аккуратненько отрезать основание ниточек, подрезать и освободить шарик. Но у меня это не получилось, мой шарик взорвался и мне пришлось отковыривать его от ниток. После того, когда вы отковыряете свой шарик, можно будет вырезать основание нашего шара. А точнее вырезать окружность. Вырезать ее будет очень легко, также при помощи ножниц. Ниточки очень мягкие, поэтому я не думаю, что у вас будут какие-то сложности с этим. Поэтому просто ровненько, аккуратно вырезаем основание нашего шара. В дальнейшем я буду укреплять основание шарика при помощи проволоки и ниток. Проволоку я с нитками скручивала между собой и затем уже приклеила к основанию самого шара изнутри, чтобы, так сказать, немножко его спрятать. Но спрятать у меня его не получилось. Вот. Также еще крепила я основание при помощи вот таких вот пластиковых ножек. Эти штучки, честно, я не знаю, откуда они у меня. Но, в общем, они у меня лежали, и я вот решила их приклеить сюда, чтобы они у меня были вклеены в коробочку и удержали мой шар. Основание мне не понравилось, и поэтому я его задекорировала вот такими вот листочками с фоамирана. В дальнейшем я уже буду устанавливать мой шарик с такими вот палочками, буду клеивать в коробочку. Коробочку наполню цветами из фоамирана и уже в дальнейшем украшу все ленточками. По-моему, такая композиция смотрится очень неплохо, она мне удалась, она мне очень нравится. Такую даже можно подарить своим родным и близким, я думаю, это будет очень приятный и нежный подарок. Спасибо вам большое за просмотр, всего хорошего, пока-пока!